Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам новый продукт по ADEPP. Баночку уже почти испытали. Там чутка еще есть, но уже поработали ей. Это грунт-наполнитель 5 к 1. Внутри итальянский грунт. 5 к 1 по разбавлению не указано, но его нужно разбавлять, иначе он реально, ну прям... Гляньте на эту вязкость. То есть он очень густой. Хорошо растекается, дает реально крупную толщину. Сейчас прикрепим выкраску, померяем толщину. И нанесем, у нас есть там ремонтные элементы. Посмотрим, покажу я точнее, как он высыхает. За ночь принудительно сушить не буду. Как он трется сразу под покраску. Так, нам там надо пусть даже вот так. Интересен грунт тем, что он очень бюджетный и за свою цену реально хорошо отрабатывает. Его нельзя сравнивать с Леклером. Его не стоит сравнивать с какими-то другими компаниями, у которых есть имя давнешнее. Но продукт интересный, несмотря на то, что дешевый. Я сейчас добавил 10%, переколампуцаю его. В принципе, этого достаточно будет. Наносить я его буду с дюзе 1,8. Там указано до 2 мм можно. Но это если его не разбавлять, тогда да, его с двоечки. И он будет себя вести как жидкая шпатлевка по сути своей. С двух слоев 300 микрон обещается. Ну, посмотрим. На вертикаль, понятно, с двух слоев я 300 микрон не нанесу. А на горизонтальный элемент вполне себе возможно. Если его не разбавлять, я уверен, там больше, чем будет 300. Нормально просыхает на всю глубину, и в нем самое что главное, нету собственных пор. Потому что часто бывает, что толстослойные грунты-наполнители внутри себя, когда ты его хорошим слоем наваливаешь, оставляют поры. Тут такого я не заметил. Наносить мы будем его Impact Junior AZ4 HTE-шка, дюза 1,8. Обязательно фильтруем как материал, так и базар. Я, кстати, для экономии фильтрующих воронок, пусть они и дешевые, но тем не менее, когда расход материала идет немалый, вот это фильтрующие воронки, это мои из-под лака. То есть я с камеры выхожу, и когда мою пистолет, я мою через воронку пистолет, воронка становится по сути чистой, я ее кидаю под грунт, и пацаны ее там потом под грунт и он под кислотники используют. Ну, грубо говоря, вторая жизнь лейки. Понятно, что если лейка там сильно чем-то засралась внутри, я ее не буду отмывать, но вот так очень удобно. Все, и теперь это в мусор. И идем грунтоваться. Наносим. Понятно, что на горизонт я сейчас нанес больше, чем буду сюда наносить. Но мы так, чисто ради интереса померить. Сейчас откручу два оборота полных. Давление единичка. Мало. Очень густой. Вот так. И первый слоечек. Мне тут надо с краешком капота. Сразу
сразу порки, какие есть, шпатлевки подливаю. И пускай сохнет. Минут 15. Посмотрите, как разливается. Красиво. Минут 15 и еще слой. Так, сохнет грунт. Очень хорошо. В бачке еще не высох. Тоже хорошо. О, аж перевалил. До хрена налил. На выходе. Все, этого достаточно. Ну что, понеслась продолжать. Прошли почти сутки. Просто вот она как стояла, так и стоит. Я рад, что ее расклеил. С этой стороны я уже подготовил крыло под открас. Замечательно трется грунт. Сохнет хорошо. Сейчас померяем толщины. Взял я, чтобы на одном месте будем мерить. Взял я выкраску. 111. 115. Ну, я так примерно по центру тыкаю. 116. 288. 307. 305. Ну, возьмем так, грубо 300, да? И между 111 это 190 микрон с двух слоев разбавленного грунта. То есть, в принципе, 100 микрон со слоя можно считать, на нем можно навалить. Теперь приступаем к перетирке. Где моя 240-ка тут была? Вот она. Значит, что нам понадобится для работы? Две полоски 240 и 320, проявочный порошок, 500 на машинке и 600 на машинке Covax. Одеваем 240, проявляем. Здесь 240 лучше режет, чем 320. Лучше, быстрее, и вы сделать сможете плоскость, если пилите 240. Если начинать сразу 320, есть какой-то, как у меня там, потечек, допустим, был, вы его обведете, он будет смотреться бугром. То есть вы на этом ничего не сэкономите.
Так, тут по сути все. То есть плоскость выровнена. Делать больше ничего не надо именно с бруском. Теперь переходим на 500-ку. Только надо взять свеженькую. Берем свежую 500-ку. Тремовскую 216 U серия. Я ей заканчиваю работать под покраску. Я крашу водой. Да, в принципе, на сольвент можно и заканчивать. Просто у воды в плане подготовки на сотку меньше можно применять. У нее выше плотность. Нету никакого просада в риску. И вперед. Она на собственном поролоне. Это очень удобно. Все, дальше перебиваемся уже под покраску, там какой кому процесс нужен, и по сути мы закончили на этом. Покажу результат на выходе, в камере еще подсниму то, что перед покраской, и на выходе, как получается, но как вариант, альтернатива каким-то дорогостоящим грунтам, очень интересный. Реально хорошо сохнет, хорошо растекается. Да, чуть-чуть выше шагрень, чем у 4 к 1, но у него наполнение лучше. То есть двух слоев он сделал то, что 4 к 1 делает с трех полных. Замечательно трется, шикарно сохнет. Интересный. И бюджет. У него очень низкий бюджет. Вот это я называю проверка материала, так скажем, на живую. Не просто попшикать там на какую-то деталь, да посмотреть, какая толщина, и показать, как он трется. А по факту на живую действующую машину. Причем машина, ну, как бы не самого плохого класса. Если что, я про этот материал узнаю первым. Какие-то его косяки, если вдруг что-то будет. Потому что клиенты на таких машинах молчать не будут. Ну, а таких еще могут где-то смолчать. Но за такое приедут и руки оторвут. Если что-то вдруг не так. Но, само собой, я этот грунт уже проверял на других. Поэтому я как бы не рискнул в тупую со старта делать нормальную ответственную работу таким вот материалом непроверенным. Ну что, доснимем результатик. Машина уже открашена. Третий день сейчас пошел. Я тут переходы все поподполировал, поубирал. Ну, не в переходах дело. Значит, что у нас есть по грунту? Подтирал соринки. Никаких ни контуров, ни просадов. Ничего нет. Машина стоит уже на солнце. Машина жарилась в камере. То есть, если бы что-то могло там быть, какой-то блячок, вы же знаете, я покажу. Уж то-что, а как это самое, косяки показать я люблю. Так вот, за эти бабки, этот грунт, ну это что-то с чем-то. Он уже есть в магазине, не постесняюсь сказать, что там внутри конкретный итальянский материал, потому что твердос у него леклеровский. Я даже знаю, что там за грунт, но по цене
По цене просто пушка. Толстый слой, быстро сохнет, классно трется. И никаких проблем. То есть он у меня останется, этот грунт. Само собой, он будет рекомендован для вас. У меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, комментарии, предложения, пишите их в комменты, там обсудим. Всем пока.